гонка. Наш маршрут заключается в том, что мы едем от станции Авиамоторная до Лихобора. Папа сейчас едет на этом поезде до Нижегородской, и там приезжается на МЦК. Едет до Лихобора. А я иду на МЦ-3. Все, давай. Самое главное, правильно, не бежать. Готов? Раз, два. Поехали. Пока. Итак, мне сейчас надо разобраться туда. Платформа Авиамоторная, ребят. Ну что ж, мы начали очередную, уже третью гонку. Сегодня у нас участвуют МЦК и МЦД. Сегодня я еду, вот, смотрите, вот Авиамоторная, еду до Лихобор. Все, поехали. Итак, папин поезд уехал, я иду сейчас на Авиамоторную третьего диаметра. Знаете, что в прошлой гонке победил папа, когда мы соревновались с МЦД и метро. В прошлый раз победил папа, но сегодня я надеюсь, что я все-таки вырву, потому что я снова взял МЦД себе. Третий диаметр, но бы недавно выпустить, начал он работать, так что я очень надеюсь, что еще попадется Иволга новая, очень надеюсь. В минутах меня уже ожидает фейл, у меня Иволга только через 10-11 минут, к тому же я вышел, тут еще перекрыли, все надо через вот этот мост переходить на другую сторону, очень тяжело. Папа уже, наверное, скорее всего, на Нижегородской, а я только иду. Что, пересадку поделали на МЦК и поедем завоевывать первое место на Петербурге. Ребят, я уже сел в электричку, и мне кажется, что я не на эту сел, потому что до моей электрички еще осталось 3 минуты, а этого приехала, я так понимаю, до Казанского вокзала. Если она до Казанского вокзала, то мне придется выйти сейчас. Зараза. Друзья, вы можете меня смело поздравить. Я не туда сел. Просто как можно быть таким дурачком? Просто. Мне еще понимать, надо придется нажать другую электричку. Доехать пока что до Авиамоторной, потом еще даже до Лихобора ехать. Блин, не дай бог я проиграю. Я вообще не хочу проигрывать второй раз. Зараза. Вот мы на платформе. Никаких пересадок больше делать не надо. Просто садимся в комфортабельный немецкий вагон и едем побеждать в этой гонке. Все, я сел на свою Иволгу. Теперь едем. 30, по-моему, минут. Из-за того, что я профукал и не туда поехал, теперь ехать дольше. Зараза. Засел. Иволга шикарная. Сейчас посмотрим, будет еще туалет. Мне ехать еще где-то 32 минуты примерно. Мне ехать еще примерно 32 минуты. Я думаю, что он будет побольше. Станция Дроновка. Здесь как раз прошла. Здесь на третий диаметр, который открылся. И отсюда должен ехать на электричке. И сиденье на ваше внимание. Иволга. Серо-желтый, большой экран, желтый весь салон. Ну, короче, сейчас посмотрим еще туалет. Вот, Митя Измайлова. Так что, Тимур, ну еще мы на 3 минуты ближе к победе. Мы, это я и рюкзак. Это для инвалидов и велосипедов. Я в туалете, тут ужасно понять, честно, что я даже не знал, что будет ступтиновое. Обычно вызов машиниста есть, туалет, раковина. Вот. Работает? Ура! Стаканики. Подсветки есть. Нету, к сожалению. Ну ладно, ничего. Авиамоторная, откуда я должен и был поехать. К сожалению. Я поехал не отсюда. От Новорокоссовского едет 15 минут от Ржева, и там еще 3 минуты до Лихобора, где-то 18 минут получается. Ну, вот так. Итак, мне надо сюда. Интересно, что вот тут есть телек.
Ну как телек, просто показывают какую-то фигню. Приехали на Электрозаводскую, следующая у нас какая? Останкино, по-моему, следующая у нас будет. Там уже на расходе. Новый тоннель на МТЗ 3. Так что сейчас интересно будет посмотреть. Там Казан на направлении на Казанский вокзал написано. Едем в тоннель. Уже едем в тоннель сейчас. И сейчас мы уже выезжаем из тоннеля. И благо так будет медленно ехать, то мы точно проиграем. Вот, не дай бог. Давай, ускоряйся. Приезжаем в Ярославское направление внизу. Итак, башня Федерации, Останкинская башня на вашем экране. Далее, в конце вагонов вот такие сиденья-раскладушки. Тяжело их, однако. Вот такая, кстати, такой большой длинный экран. Вот нам сюда. Лиховой. Переход на МТК. Приехали. Прибываем в Лиховой. Пошли. Так, выходим. Что ж так долго открываются двери-то, а? 4 секунды потратил. Главное правило не бежать. Вот мы идем. Конечно, мне кажется, папа приехал. Ну, было бы, конечно, классно, если бы он еще не приехал. Ну ладно, я все равно думаю, что хорошо у нас прошла гонка. Хоть она еще не заканчивается. Я еще не дошел до финиша. Так что идем еще. Поднимаемся на выход. Ух, как же я устал. Ну что, ребята, никого нет, а значит, я первый. По-моему, не здесь даже останется. Если там еще пройдем завтра.
СЦД. Сейчас покажу. Скорее всего, папа уже там стоит, не знаю, из-за того, что я поехал не в ту сторону, пропустил целых два поезда и потерял на 20 минут. Но, скорее всего, папа уже приехал. Ну, сейчас увидим. Истина моя, как всегда. Всем спасибо за просмотр, я из-за этого проиграл. Всем спасибо за просмотр, я понял, что папа старт лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока.